Всем доброго времени суток, товарищи. С вами товарищ Прайм, и мы в игре Сталкер. Да, я являюсь поклонником серии игр и книг Сталкер, хотя книг прочел всего 5. И люблю побродить по оригинальной зоне без всяких модов. Эта игра уже переполнена телами мутантов, ибо они не исчезают, и всего их 1500, что сказывается на движке игры 10-го года, со знатными лагами на компе за 50к. Как решить эту проблему, я узнал буквально недавно, после записи игры, а перезаписывать было неохота. Так что наслаждаемся тем, что есть. Тащите к экранам вкусняшки и приятного просмотра. Поехали! Ну что ж, начнем нашу запись, да? Мне пизда? Мне просто пизда. Наруто? Что делать-то мне? Как теперь двигаться? Ё-моё. Дегтярёв, какого хера просто? Я вообще не понимаю. Давайте встанем сюда, чтобы начать наше видео, якобы, хотя я уже снимаю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Доброе времени с... Блять, давай нормально начнем. Доброго времени суток, товарищи. Погоди, у меня же... Все включено, надо вырубить. Ой, наконец, нож смогу разглядеть. Ебуй. Мадетектор вообще не видно. Блять, какая-то хуйня. Кто там стреляет просто, я не понимаю. Блять, сдохните просто в муках. Доброго времени суток, товарищи. Ну, давайте, отзовитесь. И чё, давай. Первый пошел. Второй, третий сказал. Четвертого что-то вы потеряли. Эй, пшу. Я смотрю, тут тоже артефакты есть. Ну-ка проверим. Да ладно, не верю. Реально артефакт есть, серьезно. Я в этой аномалии уже, блядь, вечность артефактов не видел. Где? Кровь камня, отлично. Пожрём хлебушка в сухомятку. Мир кушать неудобно, так что запьем это бутылочкой энергетика. Баночкой. А тут у нас местные жители, а точнее сталкеры, которые очень неудачно сходили в зону. Надо бы их окнуть, чтобы не мучились. Я сделаю это оригинально. Где он? Я его не вижу. Вот он. О! Еще один. Блять. Не понял. Почему я не попадаю? Тихо. О! Там у нас интересная тусовка происходит, в которой мы поучаствуем. Здорово. Тихо. Так, ты куда побежал? Ты же тоже у нас местный мутант. О! Приветствую. Иди своей дорогой, сталкер. Проходи, не задерживайся. И все? Тут больше никого? О, да-да? Эй, куда пошел? Да-да? Да-да? Да-да, сука. Хо-хо-хо. Что тут такое? Кто сделал кам на вагон? 5 бандиты там буянят. Но еще не все. Что не все? Нужно
что? Можно сделать вот маленько? До гарантии. Что, не все, я ж слышу еще кого-то. Опа. Пацаны, я бегу на помощь. Эй, мужика ранило. Братан, вставай, вставай. Спасибо. Не время лежать. Ебать ты косой. Что происходит? Что за Вьетнам? Блять. Поднимайся давай. Что-то у нас сталкеры тут погибать начали. Эй, не трогай моих друзей. Где? Возможно, еще не все. Кого, кого? Ё-моё, нежные какие вы. Не расходиться, ждем. Блять, братан, я тебя нахера поднимал? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Рыбачишь? Давай, рыбачь. Клюет хоть? Ага. Попал. Ну, у него сочная жепа. Знаете, в зоне туговато без девушек, да, так что я... Пока никто не видит. Спасибо, братан. Ты сделал мою жизнь немного лучше. Пишет мне Никита. Наверное, у каждого есть друг Никита, который пишет ему пол 11 и спрашивает, чем он занимается. Ну-ка попробуем его с пистолета завалить. А у нашего пистолетика-то калибр крупноватый, так что... А, он еще и разряжен. Ему мало не покажется. А, промахнулся. Иди гуляй. Так, где-то вот-вот-вот-вот-вот. Нащупал. Нащупал. Вот этого пососи. Так, чисто. Подвигаемся дальше. Наша задача дойти до крыши КБО юбилейной. Но нам может помешать все что угодно. Черт подери. А тут еще один сосатель. Нужно его убрать или обойти. Черт подери, у нас нет другого выхода. Мы пройдем возле него. Заметит ли он нас? Да ну нет, не верю. Он реально нас не замечает. Какого хрена, если я чуть пошумлю? Тоже нет. Не понял. Нет, самое главное, если бы это был Мизери, он бы еще... Я на базе стоял бы, он уже бежать ко мне начал. Но в оригинальной игре вот такой... Отсосал. Залезем через окно. На главном входе, скорее всего, стоит зомбарь, как обычно. Блять. Хули я такой толстый. Черт, он, походу, меня заметил. Что же делать? Черт подери, он идет прямо ко мне. Я попробую убрать его потихой. Вроде бы никто не услышал. На этой стороне, скорее всего, тоже должен быть один из охранников этого КБО. Его желательно тоже убрать сразу. Главное это сделать по-тихому. Опять же, вроде бы никто не услышал. Две гребаные хитмана. Тут на все здание работает двигатель лифта, и мне кажется, тут вообще ни хрена не слышно. Блять, сдохни уже! Черт подери, он чуть не сорвал мне стелс. Миссия. Кто же там? Я вижу какой-то силуэт в тени. Это раненый сталкер. Эй! Отзовись! Кто-то есть! Черт! Зомбированный! Не рыпать! Еще один!
Черт подери. Напугали. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был товарищ Прайм и новая рубрика «Сталкер». Твой лайк и подписка мне помогут. До скорых встреч, друзья. Пока.